Поки Катруся сумнівається, в сусідній залі триває весільна вакханалія. Ви лишень погляньте, які розкішні кралечки тут мишперять. І хто же з них наречена? Прекрасний вибір. Что? Потрясающий вибір. Я подслушиваю вас. Здравствуйте. Все подчеркну. Здравствуйте. Да, согласны? Да, конечно. Я Алена. Очень приятно. А вас как? Елена. Елена. Здравствуйте. Здорово. Еленочка наша невеста. Вы невеста, да? Да. Я ее подружка. Ну, у нас, конечно, немножко расходятся вкусы. Я думаю, вы нам поможете, да? С удовольствием. Выбрать то, что надо. Який мужчина встоїть перед їхніми чарами? Будь-яку примху можно пробачити. Платье, значит, нравится тогда. Вот это платье? Нет, мне. Однозначно нет. Я его даже не буду мерить. То нравится, то, что вы так разглядываете? Тоже нет. Рыбка, так называемая. Еще показывайте. Ох, и балована наша Олена! С такими вимогами навіть у весільного гуру в голові замакітрилось. Костю, викликай підмогу. Помощницы в студию. Вот эти два платья, где вы видите, вот это съемная вещь. Вот это украшение, оно снимается, а потом вы ее можете носить как тиару, как диадему, иначе говоря. Не ёкает. Еще. Это абсолютно... Во-первых, тут это современная история. Ну... Этого нет ни у кого. Вы гарантию даете? Да. Этого нет ни у кого. Здесь видна кожа. Любой женщине, у которой тонкий верх, хочется, чтобы ее было видно. Тем не менее, оно закрыто, потому что здесь вот такие здесь аппликации. Убедили. Ох, вже ці наречені. Цікаво, до організації свята підхід так само ґрунтовний. А где будет свадьба? Это не секрет, надеюсь? Мы вообще решили свадьбу обкрутить напротив платья, представляете? Вот все, вот выбираем платье, которое понравится. И потом уже под это вот платье будем все остальное плясать. И жениха, и все уже будет. Хм, наречений під сукню? Ну, вот именно костюм его будет тоже под то платье. В наших руках вся свадьба. Да, представляете, как какая ответственность. Какая ответственность. Ух ты. Как императрица? Ну, вот это, наверное, компромиссное решение есть. Похоже на рыбку, которую я хотела. Легкая, как какая хотела куколка? Она. Боже, какая получается. Куколка. Ну, как вам? Неплохо. Но... Это не неплохо, дитя мое. Это бомба. Даже скажу так? Скажу вам честно. Это платье, это мое глубокое убеждение, нашло свою хозяйку. Я тут принцесса. Браво!